По данным следствия, инспектор миграционного контроля регионального УФМС во время проверки в Серафимовичском районе выявил, что на земельном участке у одного из фермеров незаконно, без оформления разрешительных документов, трудится 10 иностранных граждан, за что нанимателю грозил многомиллионный штраф. Однако проверяющий предложил коммерсанту сделку – за взятку переоформить протокол, чтобы в нем в качестве виновного фигурировало не юридическое, а физическое лицо. Тогда размер взыскания уменьшился бы в разы. Сотрудниками управления ФСБ России по Волгоградской области совместно с ОСБ ГУВД Волгоградской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при передаче денежных средств в сумме 50 тысяч рублей были задержаны старший инспектор миграционного отдела УФМС России по Волгоградской области и гендиректор одного из вещевых рынков Волгограда. Сейчас сотрудник миграционной службы задержан. За мошенничество в крупном размере ему грозит до 6 лет лишения свободы.